Айоу, друзья, всем привет, с вами Мелфой. А перед началом данного видео, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал. Всем приятного просмотра. Короче, братанчики, решил заснять такой видосик. В самп я играю довольно-таки длительное время. В этом видосике я постараюсь затащить капт и поднять новую территорию нашей банде. Ах да, я играю на сервере Evolve RP. Мой ник Дмитрий Мелфой. А чё это за прощание такое? Удалят, может. Братанчик, пока, брат. Я скучать буду. Ну, правда, я его первый раз вижу. Ну, да ладно, все равно куда-то идет, пацан. Братанчик, ты мне руку пожал. Удачи тебе. Я уже жду не дождусь, когда начну сливаться на капте. Ты чё сюда пришел? Биг Смоук. Ну, пошел отсюда. Ну, пошел вон. О, получил! Пацан, да не убивай меня! Так, а вот и построение. Сейчас я к вам встану. Сонечка Мармеладова. Какая-то страшненькая Сонечка. Чё-то уже 59 минут, а мы еще даже не на тере. Чё-то странно. Мы уже 2 минуты стоим, не можем ган взять. Серьезно? Это чё? Вертолет прилетел. Вадим Сахарок. Ха! Его сразу же слили, кек. Короче, я так понимаю, нас закоптили, но наши не хотят ни в какую открывать склад. Поэтому настоящий король гетто будет бежать с битой. Короче, я так понял, капта не будет, увы. Я хотел заснять кап, поэтому чё-то сейчас придумаем. Короче, смотрите и учитесь. Вот вам лайфхак, как тырить личку. Так, не проеду. С байкерами вступим в байкерский клуб. Сюда, братанчик, Сэл Дракс, 505. Уколов 61. У вас не столько наркотиков, увы. Варлок, GPS. Такой байкер, Варлокс. Слушай... Я тут хотел бы вступить в ваш байк-клуб. Очень люблю мотоциклы. Сейчас поговорю со старшими. Змовишь за меня словечко? От армейцев спас. Ну хорошо. Здорово. Хотел бы вступить в ваш байк-клуб. Что для этого требуется? Вау, новая инта. Садись. Сейчас сядем. Так, сесть. РП прием. Вот это да. Как тебя звать? Димон обычно зовут. Меня Бруно. Приятно. Чем ты можешь быть полезен? Я очень хорошо разбираюсь в байк-клубах. В байках. В свое время держал мастерскую. Так что ремонт байков будет на высоте. И еще я отлично стреляю. И недавно служил в армии. И знаю пару секретиков. А тебе сколько лет? 31 год. Ну это хорошо. А ты откуда будешь? Сам из Лос-Сантоса. Там родился. И там провел всю свою жизнь. Чисто случайная встреча. Я думаю, это судьба. С Александром встретился. Так, ну идем. Ребята, я просто в шоке. РП на Evolve RP. Есть. Ребята, вот здесь стоит играть. Передал сумку с краской. Не взял сумку. Нарисуй без проблем. Сделаем.
беру РП, пацаны. Валим. Го. А лет в штате сколько? Уже 5 лет. Да, он всегда ношу его с собой. Не передал паспорт. Шоу пас 66. Четкий ID. Вернул паспорт. Взял паспорт. Паспорт. Жди. Жду. Так, я подъехал уже к клубу. Сейчас будем вступать. Так, сейчас припаркуем свою колымагу. Здорово. Отлично. У тебя как? Сойдет. Бруно говорит, что ты хороший парень. Верно. Все верно. Правда, немного хвалит меня еще. Он не обманывает. Правда, немного хвалит меня еще. Ты хочешь помочь во благо клуба? Да. И я знаю, на что иду. Достал косуху, после чего передал ее салаге. Не взял косуху. Оу, е. Теперь я состою в байкерском клубе. Ну а продолжение следует.